Слушайте, слушайте, как выйти из этого заколдованного круга? Все мы не злые люди, и все желаем друг другу добра. Вот и они говорят, что любят меня. Да что люди мучают друг друга? Любят, мучают, не любят, мучают. И я вот жестоко веду себя. Бестактно. Да вы хороший человек, но что я могу сделать? Вы говорите, что любите меня. А я вас нет. И что вы можете сделать? Что я могу сделать? Дайте мне высказаться. Мне надо высказаться. Посмотрите на меня, я некрасива. Я уродлива. Я глупая. Такая глупая, что видно за километр. Вот, был один человек. А почему был? Есть. Он самый добрый, самый красивый, самый умный. Может быть, только для меня. Но это так. И ему даже казалось, что он любит меня. Или мне казалось. Ну, может быть, и не казалось. Посмотрите на меня. Ну, что-то со мной очевидно не так. Почему меня так наказывают? Я хотела заслужить его любовь. Вы видите, как это глупо звучит? Но может быть и не глупо, если тысячи людей этим занимаются. Просто с самого начала все как-то перепуталось, все пошло в кривь и в кось. Не по своей очереди, не по адресу. Я город вот так знала. По этой улице мы ходили, а по этой не ходили. Как я могла уехать? Как я могла его оставить? Как я могла от него уехать? Я не смогла. Я осталась. Я смирилась. Наверное, все смиряются. Ну вот как можно жить без надежды? Без радости? Знаете, как я унижалась? Мне необходимо было видеть его, говорить с ним. Только это. Я звонила ему по телефону, я писала ему письма и прятала под подушку. Я стояла у него под домом и смотрела на его окна. Я бубнила по вечерам. Миленький мой, хороший, вспомни обо мне, услышь меня. Я так тебя люблю. Как женщина может себя так вести? Как можно воспитывать детей после этого? Как кто-нибудь может полюбить меня после этого? Даже вы.